Дворец культуры «Энергетик» и динозавр Эрик представляют клуб настольных игр «Эра». Это единственный действующий саяногорский клуб настольных игр, который существует с 2011 года. В коллекции клуба множество увлекательных, познавательных и просто красивых игр, в которые приятно играть. Ниагара. Удивительная по красоте настольная игра. Понравится всем любителям удачи. Стань бесстрашным охотником за драгоценными камнями. Звонга. Игра на ловкость. В яркой и необычной дорожной сумочке настоящее звонкое сокровище. Игра «Фотосинтез» переносит игроков на открытую плодородную поляну, на которой деревья проходят путь от крошечных семечек до гигантов с широкими кронами. Создайте самый прекрасный лес. Коридор для детей. Логическая игра с большим взаимодействием между игроками. Нужно запутать других мышек в коридорах лабиринта и прорваться к сыру первому. Плюс 70 различных игр на любой вкус и возраст. В рамках клуба проходят каждый четверг малая игротека. Ежемесячно большая игротека. Игровое шоу «Десерт Лото». Всеми любимая игра на новый лад. Один раз в год зимой марафон игр «Активация». По индивидуальному заказу школьников, студентов и взрослых компаний проводим игротеки, а также ролевую игру «Мафия». В клубе реализуется проект «Большие шахматы». Мы делаем гигантские фигуры из бумаги, в которые будем играть. Приглашаем вас поучаствовать. Известный английский писатель Бернард Шоу сказал: «Мы не потому перестаем играть, что постарели. Мы стареем потому, что перестаем играть». Вывод. Игра – это эликсир молодости. Играйте сами, играйте с нами.